Посмотрим пирамиды под водой берегов Антарктиды. Я вот меточку поставил. Вот она. Здесь располагаются пирамиды. Причем они сориентированы север-юг, восток-запад. Вот эта часть смотрит на север, на юг, на запад, на восток. Огромное количество пирамид, 182 штуки рассчитал. И то не все видно, потому что здесь вот этот угол закрытый. Вот. Ну, пока такое количество. Вид из космоса заретушировали, но очертания видно. Сделал скриншот. Сейчас мы посмотрим, что от нас спрятали. В предыдущем видео мы смотрели вот здесь с северной стороны, потом вот здесь вот с южной стороны. В конце видео прикреплю это ссылки на это видео. А сегодня посмотрим вот здесь вот с западной стороны. Так, вот фотография скриншота. Тут практически ничего не видно. Ну, очертания немножко видно, какие-то вроде как полоски, что-то. Темные пятна. То есть немного что-то просвечивает. Вот. Сейчас посмотрим обработанное видео через компьютер. Вот. Вот что под водой, что находится под водой. Вот кристаллы стоят. Причем кристалл вокруг них аура. Вот кристалл, вокруг него аура. Вот тоже кристалл, вокруг него аура. Но самое главное, тут проложена какая-то магистраль. Вот. И вокруг кристаллов она обходит, собирает вокруг кристаллов энергию. И все запутано, как в лабиринте. Есть темный кристалл, вот темный стоит, вот светлый. Вот необычной формы есть кристалла. Мы можем даже их посмотреть на карте. Но только сможем померить только большие кристаллы, маленькие мы не сможем померить. Ну, допустим, или вот этот вот, или вот этот. И будет видно. И они размером большие. Вот оригинал. Тут практически его не видать ничего. Это вот немножко просвечивает вот этот кристалл. Сейчас на карте Google посмотрим. Так, нашел я его. Сейчас попробуем измерить его. Так, вот он. Немножко просвечивает. Это я его очертания рисую. Так, периметр 288 метров, площадью 3074. Но с учетом переломления воды размеры будут меньше.
Сейчас мы его еще померяем высоту. Получилось 130 метров. Сто тридцать разделить на коэффициент переломления воды соленой 1,35. Получится 96 метров. Такой немаленький кристаллик. Так, сейчас мы все по-другому нарисуем. Сейчас его еще с аурой. То есть сам кристалл и вокруг него ауру нарисуем. И тут я рисую ауру вокруг кристалла. Так, а это вот сам кристалл. Вот здесь не буду соединить, потому что сейчас схлопнется-то. То есть вот это вот сам кристалл, а вот это вокруг него аура, то есть свечение или как излучение от него идет. Так, давайте посмотрим другой, еще один. Это мы темно измерили, а тут еще рядышком есть светлый. Так, сейчас подождите, я его найду. Так, вот нашел. Но его хуже видно. Но он размером где-то больше. Да, вот 404 метра. Четыреста четыре разделить на 1,35 коэффициент переломления воды. Получается 299. 300 метров. Вокруг него тоже аура. Но его уже хуже видать. Сейчас тоже попробую нарисовать. Так, это вот сам кристалл. Такой формы. Все вместе с аурой нарисуем.
Так, вот смотрите. Вот это в середине, это кристалл, а вот это вокруг него аура, то есть свечение. Вот этот вот кристалл мы измерили, который самый большой. А маленький, это вот темный, его было лучше всего видно. Вот этот не было видно. Вот этот темный было видно. Но этот вот огромный. Так, давайте посмотрим следующий скриншот. Так, это заретушированное. Так, вот соседняя тоже пирамида. Тоже интересная. Вот смотрите. Тут два кристалла стоят, один темный, другой светлый. И вокруг них идет магистраль, как восьмерка. И вот он выходит вот так вот. Трубопроводы проложены. И вокруг пирамиды. Здесь вот огромный кристалл. Вокруг него аура, излучение. И вот трубопровод собирает эту всю энергию. Проходит вокруг этих кристаллов. Вот кристалл, вот кристалл. Тут вот темный кристалл. Вот кристалл. Вот необычной формы кристалл. Как наподобие летающей тарелки. Вот темный кристалл, вокруг него аура. Этот магистраль вокруг кристалла проходит, и вот пошла уже по кругу. Вот тоже кристалл, и вокруг него аура. Причем тут два, тут темный и светлый. Магистраль сюда вот вниз пошла. Вот кристаллы стоят огромные, маленькие вот. И, короче, он возвращается обратно сюда. Вот тоже кристалл. То есть она по кругу гоняет, как разгонный модуль. Вот маленький кристалл, темный, и вокруг него аура. Так, мы тоже тут можем померить, который будет видно. Вот, вот этот, наверное, будет видно. Я сейчас посмотрю. Я посмотрел, можно вот этот померить, светлый. Вот этот темный, их видно, и вот этот самый большой. Так, ну давайте померим самую большую, которую видно. Он немножко просвечивает. Так, высоту мерим. Восемьсот три метра. 803 вы делите на 1,35 при углублении воды. Получается 594 метра. Можем еще измерить вот этот вот с
Соседний, он поменьше размером. Но его получше видно. 610 метров. Шестьсот десять это по поверхности воды. Поэтому мы считаем его через коэффициент разделить на 1,35. Получается 451 метр. Хороший такой кристалл. И рядышком здесь еще какой-то темный стоит. Какого-то. Он поменьше 287. 287 разделить 1,35. Получается 212 метров. Он темный. Так, его можем даже нарисовать ауру, потому что его видать. Так, вот так вот он выглядит. То есть вот это кристалл, а вокруг него еще аура. Так, вот эти вот кристаллы мы измеряли. Вот этот самый большой. Потом вот этот, который поменьше. И вот этот вот темный. Так, вот можем еще посмотреть вот этот вот интересный. Сейчас я его найду. Посмотрел, не нашел его. Он темный, и на темном его не видно. Надо, чтобы был контраст. Светлый на темном тогда видно. Или темный на светлом тогда тоже просвечивает. А этот не видно. Так, давайте посмотрим следующий скриншот. Тут вот тоже немножко вот что-то просвечивает, темное пятно. Это оригинал фотографии. Вот, сейчас посмотрим эту фотографию, обработанную через компьютер. Вот, смотрите. Тут тоже пирамида. На вершине стоят два кристалла темных. Вокруг них аура. Также идет магистраль. Причем двойная. Одна в одну сторону. Темная. В другую сторону светлая. Вот смотрите. Вот здесь темная сюда заходит. А вот тут идет светлая. То есть одна. Получается, уже зарядилась, а одна нет. Вот она, видать, по кругу гоняет. Вокруг кристалла заряжается. Тут вот есть темные кристаллы, светлые. Тоже вот магистраль идет. Вот интересный кристалл. Необычной формы. Вот треугольный кристалл. Вот она магистраль идет.
Значит, так, а вот тут вот склейка фотографий. Потому что все обрывается здесь. Это так Google склеил. Тоже вот кристаллы идут. Раз, и все обрывается. То есть склеили неправильно. Так, ну, на этом сегодня заканчиваем. До новых встреч. Смотрите следующие видео. Будет еще много чего интересного.